Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши документы? Могу уточнить, для какой цели вы используете мои документы, основания для проверки? Я себе. У нас сейчас проводится операция нелегал. Moskvada tong jahoni nodavlat tashkiloti faollari tomonidan Markaziy Osiyolik muhojirlar uchun bepul seminar trening o'tkazildi. Migrant maktabi deb nom olgan bu treninglarda ishchilarga politsiya xodimlari bilan to'g'ri muomala qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy izlash, ishga joylashish, chegaraga chiqib kelish, yuzaga kelgan nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va migratsiya masalalariga oid qoidalar borasida amaliy maslahatlar berildi. Huquq faollari sahna ko'rinishi yordamida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan savollarga javob berishga urindi. Odatda migrantlar tilni yaxshi bilishmaydi, huquqlarni yaxshi bilishmaydi va har qanday politsiya xodimini noqonuniy bo'lsa ham buyrug'iga itoat qilishadi. Shu narsani oldini olish maqsadida o'tkazilyapti bu narsa. Seminar tashkilotchilari va unga kelgan mehnat muhojirlari bu kabi mashqlarning hozirgi Moskva ko'chalarida zarurligi borasida o'z fikr-mulohazalari bilan ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Основная цель – это научить мигрантов, трудовых мигрантов, приезжих из стран СНГ, чтобы они знали свои права, защищали свои права, и в том числе научились, как общаться с сотрудниками полиции, с другими правоохранительными органами. Первый раз в этом тренинге мы занимались органами. Кейн, уже милиция ходимлар тухтатканда, бар-бар хаяжон болады, корку болады, аншунака бақларда мана қандай йол тутушлары бар орган яппызды. Шундай полицейскийлер бар, хамма нарсасы жойда адамларда хам сени документинг фальшивый экен деп туруп пулун алады. Ошо жойда тил билмаслиги пант берди албатта. Бунака семинарга келадиган болса, көп нарса органамыз да, билмаган нарсаларыбыз органамыз, фақат фойдали нарсалар органамыз да, вақтыбыз зоя кетмейди. 58,3% моей работы за сентябрь месяц – это отбивание мигрантов при незаконных задержаниях полиции. Подчеркиваю, незаконных, потому что законных еще было процентов 6. В принципе, им достаточно одного тренинга плюс максимум 2 раза опыта самозащиты в реальных условиях. На третий раз у них получается уже все великолепно. Я вас уверяю.